Всем привет, дорогие зрители! Пришел я к люксовому проекту в районе Махмутра, который называется Сиренити. Хочу ее вам показать, она уже готова и сдана в эксплуатацию. Здесь у меня продается квартира 1+1 на 4-м этаже, смотрит в сторону гор. Хочу показать вам всю инфраструктуру этого комплекса. Здесь у нас санузлы, тут зона барбекю, 4 беседки и 4 зоны барбекю. Если вы видели, там у нас генератор, открытая парковка. Так, сегодня вроде ветрено. Ага, сразу спа-центр покажу вам. Вот такой спа-центр. Зона отдыха. Здесь у нас массажные комнаты. Несколько массажных комнат, санузлы. Вот. Здесь у нас хамам. Работает все. Римская парная комната. Тут у нас сауна. Расслабляющая музыка. Такой люксовый проект здесь. Кафетерия маленькая. Тут вот такие санузлы с душевыми кабинками. Ага. Угу, как красиво тут. Это вход в спа. Тут у нас крытый бассейн. Уже функционирует. Жирафы, там по вечерам тоже очень красиво. Здесь у нас фитнес-зал. Угу. Вот. Так, где я вышел? Сам не понял. Ага, вот здесь у нас лобби, я сюда еще вернусь. Там у нас открытая парковка. Ага. Здесь свободно. Так, дорогие зрители, здесь у нас очень просторный бассейн. Зонтиками и шезлонгами. Вот такой огромный бассейн. В той стороне у нас детский бассейн, если видите. Оп. И мини-футбольная площадка для детей. Гендбол можно еще играть. Так, вот такое здание. Там у нас ресторан. Обезьянка на дереве. Там также детская игровая площадка в той стороне. Ресторан тоже работает. Там теннисный корт, баскетбольная площадка. В
Расстояние от этого места до моря, до воды 700 метров, 710 метров максимум. Также открыт парк с этой стороны. А идат в этого проекта 41 евро. Теннисный стол. Жирафки. По вечерам это все освещается. Тут у нас ресторан этого проекта. Вот такой ресторан. Идем обратно. Выйдем отсюда, чтоб не кружиться. Так, здесь у нас саунозлы. Здесь комната хоппи, она что-то закрыта. Хоппи одасна. Burada ne var yine hobi odasında? Orası hobi mutfak diye geçiyor. Oradan mutfağı kullanabiliyorum. Burada ne var? Burası misafir odası. Aha. Şöyle göstereyim. Burada ücretsiz 3 gün konaklayabiliyor. Burada kalanların müşterisi. Aha. Здесь клиенты могут оставаться 3 дня бесплатно. Это как именно, как гостевая. Güzel. Bu tarafta davet odası var. Burada hiç. Ama kapalı orası. İstersen açalım. Aha, playground. Evet. Игровая зона. Sinema da kapalı. İstersen açabilirim. Hı, kinoteatr сейчас показывает. Tamam, ama anahtar izin lazım. Tamam, lazım değil. Tamam, tamam. Кинотеатр закрыт, но есть. Здесь санузлы. Здесь игровая зона. Вот один балдей. Так. Здесь комнатка для детей. Не буду снимать обувь. Вот. Для детей интересная комнатка такая. Так, здесь у нас конференц-зал. Короче, проект очень большой. Пойдемте в квартиру, покажу я вам быстренько квартирку. Это ролик уже стал большим. Вот магазинчик также есть внутри этого проекта. Значит, сразу поднимемся на четвертый этаж. Лифты фирмы Schneidler. Два лифта у нас. Вот такой коридор, который ведет к той квартире. 56, 57. Вот 57-я квартира. Ключи только у меня, продает мой близкий друг. Мы с ним вместе снимали здесь ролик. Но тогда инфраструктура еще не была готова. Сейчас все готово. Квартира продается в таком виде, пустая. Жилая площадь здесь 42 квадратных метра. Так. Гостиная, совмещенная с кухней. С доводчиками. Здесь у нас санузел. Качественные стройматериалы. Если вы замечаете, где написано Serenity Residence. Это
еще нету, не запустили. Так. Понятно. Здесь у нас спальня. 10 квадратных метров. Вид с окна в спальне. Вид на горы. И на соседний бассейн, здание. Тут у нас балкон. Вот такой вид с балкона. Здесь что-то будут строить. Вид у вас будет в эту сторону. Тут канал, этот вид у вас не закроется. Так вот, дорогие зрители. Такая вот квартирка, тут высокие цены в проекте. А мой друг продает эту квартиру за 70 500 евро. 70 500. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, и комментируйте. Обойдется вам обставить эту квартиру приблизительно как минимум 3 000 евро. 2 500 это точно. 3 500, 4, в зависимости от того, что вы купите. Я в основном заказываю онлайн, сразу скажу, чтобы понимать бытовую технику и тому подобное. А мягкую мебель можно выбрать в мебельном магазине, а также заказать через интернет. Все, с вами был Агаси из солнечного района Махмутлар. Всем пока-пока.